Доброе утро, друзья. Киев, Майдан независимости. И я с вами. Знаете, что я люблю это место. Люблю ходить здесь. У меня есть много видео, снятых зимой. Пойду, покажу вам погоду. Немножко дует ветер. Вы извиняйте, конечно. Вот. Наш отель «Украина», Октябрьский дворец, Кикабидзе выступают, Потап, все другие остальные. Я покажу вам цветы, что изменилось. Давно меня здесь не было, точнее я был, но не снимал видео. Чем-то часам сделали часы. Их уже сделали давно. Вот в цветах. У меня такой старый зум. Слава Украине. Вы меня просили снять еще лавру. Сегодня я поеду еще к лавре и сниму этот монастырь. Идемте дальше, посмотрите осень, киевскую осень. Вот. Такой теплый сегодня осенний Киев, столица. Птички поют, люди гуляют. Травка зеленеет. Вот так все. Идемте дальше. Сидят девочки, греются на солнце. Вы знаете, так необычно ходить из фотоаппарата и снимать на фотик видео. Я всегда привык снимать на телефон. Так смешно, люди смотрят на тебя. Сейчас большие скидки, я хожу по магазинам, покупаю себе летние вещи. Вот у меня есть 3 пакета. Пойду еще в Зару, пойду еще в Pull&Bear. Вот, советую вам тоже покупать вещи не по сезону. Допустим, летние вещи осенью, а зимние летом. Так в 3 раза дешевле. Вот туда дорога к Верховной Раде, к НБУ. У меня есть много видео на канале, где я там хожу. И все снимаю. А сейчас снимаю я здесь. Кстати, сегодня я еще еду в Винницу. И завтра покажу вам Винницу. Пойдем сюда. Осень, тепло, просто замечательно. Хотел посмотреть iPhone 6s, но у нас их еще нет в магазинах. Поэтому не посмотрел и не поклацал. Вот такие истории. Вот мне всегда нравился вот этот дом. По-моему, в нем жил или живет Виктор Ющенко. У меня есть видео, я тоже об этом рассказывал. А с правой стороны, вот здесь от Майдана, улица Трехсвятительская, там живет Михаил Саакашвили, губернатор ОДА, ОГА, или как, Держадминистрации. Там у нас Крещатик, у нас Гулливер, я поеду еще в Гулливер сегодня.
тоже купить себе рюкзак. В общем, вот так. Заходил в Глобус смотреть Геннадия Балашева. Он записывает здесь на Европа Плюс свои видео на канал YouTube. Кто не знает о нем, можете зайти на YouTube и посмотреть. Интересный мужик. Девушки делают селфи. Такие, друзья, пишите комментарии. Я буду прощаться, иду в Гулливер. До новых встреч. Пока-пока.